У нас сегодня икра баклажанная. 2 кило баклажан. Запеченных мелко. Почистили, мелко порезали. Перец сладкий 3 штучки мелко порезали. Помидорки 4 штучки тоже мелко порезали. Пучок лука, 1/2 пучка петрушки. Еще не солили ничего. У нас тут заправка. Головка чеснока, щепотка соли, щепотка черного перца и 3 ложки оливковое масло. Сейчас мы это заправим, хорошо перемешаем. И икра готова. Наполовину полусырая икра, то есть запеченные баклажаны, а все остальные ингредиенты сырые. Очень полезная икра. Советую попробовать. Итак, добавили чеснок в заправку и посолили по вкусу. Перемешиваем. И вот какая икра у нас получилась. Красивая, аппетитная, очень вкусная, очень полезная. И на все это ушло 2 килограмма баклажан запеченных, 3 перчика красных болгарских сладких, 4 помидорки, 1/2 пучка петрушки, пучок лука зеленого, головка чеснока, 3 столовые ложки масла оливкового. Вот такое у нас оливковое масло. 3 столовые ложки. Щепотка перца. И соль по вкусу добавляете. Вот такая смачная икра получилась. Всем привет и пока, девочки и мальчики. Всего доброго. Thank you.